Заглохла, вариантов нет, сижу, курю. Джип разлегся на подвеске, шлю знакомым смс-ки. Ждать не стоит, буду к декабрю. Вот бы сейчас очутиться в Ницце, полюбоваться морской волной. С девушкой, что подвела ресницы, в Ауди рядом со мной. Как это странно всегда, вроде бы взрослые люди, а в голове ерунда, мечтаем, как дети, о чуде. Мечтаем, как дети, о чуде. Девушке уже не к спеху, по делам куда-то ехать. Впрочем, с этим можно обождать. У нее и так все гладко, любит муж и жизнь в достатке. Все бы так, но сердцу не солгать. Ей бы хотелось вернуться в детство, в домик с рябиною у ворот. Мальчику, жившему по соседству, может, он все еще ждет. Как это странно всегда, вроде бы взрослые люди, а в голове ерунда, мечтаем, как дети, о чуде. Мечтаем, как дети, о чуде. Бентли, жигули, тойоты, как промасленные шпроты, жмутся в тесноте бетонных трасс. В них шоферы, пассажиры, пленники стального мира, ждут своей пощады битый час. Мог бы построить волшебный город, время с гармонией подружить, чтобы был каждый кому-то дорог и не опаздывал жить. Как это странно всегда, вроде бы взрослые люди, а в голове ерунда, мечтаем, как дети, о чуде. Как это странно всегда, вроде бы взрослые люди, а в голове ерунда, мечтаем, как дети, о чуде. Yeah.